Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Вятские поляны получили статус ТАСЭР. Это предусматривает распоряжение российского правительства. Статус территории опережающего социально-экономического развития позволит моногороду создать благоприятный налоговый климат и предоставит инвесторам дополнительные финансовые льготы, сообщают в правительстве. В 4 раза будут снижены взносы во внебюджетные фонды. Страховые взносы будут снижены на 10 лет. И вместо 22% в пенсионный фонд нужно будет платить 6%. В соцстрах 1,5% вместо 2,9%. ФОМС 0,1% вместо 5,1%. Резиденты ТАСЭР получат также освобождение от федеральной части налога на прибыль, а у региональных властей появится право на снижение региональной части ставки этого налога и на освобождение от уплаты регионального налога на имущество. Программа «Экономика». Муниципальные чиновники не смогут заниматься бизнесом. Депутаты УЗС планируют ввести новые ограничения для муниципальных служащих. Они не смогут участвовать в управлении некоммерческими организациями, за исключением ряда случаев, например, если речь идет о политической партии или участии в съезде общественной организации, жилищного или гаражного кооператива, садоводческого общества. Кроме того, вводится 10-летний запрет на работу в муниципальной власти для уклонистов от службы в армии. Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. На 101 FM. Оборот розничной торговли немного вырос с начала года. По октябрю он составил 136 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах это на 0,5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. В фактических цифрах кировчане израсходовали на товары на 4,5 миллиарда рублей больше, чем в январе-сентябре 2016. Общий ПИТ реализовал продукции на 8 миллиардов, снижение за год на 4%. Кировчане потратили на еду на 12 миллионов рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 57,47, евро стоит 67,56. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.